Сколько нужно дней, чтобы выучить такой вот объемный большой концерт, как, скажем, третий концерт Рахманинова или концерт Брамса? Вы знаете, к сожалению, я должен ответить, это зависит, в каком возрасте. Уже такой ответ. Потому что память очень изменяется с годами. Оптимальная память у меня, наверное, была лет в 20. 18-20. Тогда я как раз вот концерт Рахманинова, третий, я ставил рекорд. Человек молодой, всегда приятно знать какое достижение. Я его выучил наизусть за 3 дня. На 4-й день я пришел днем к Татьяне Петровне Николаевой, и она мне прокомпонировала концерт, я его играл без нот. Конечно, я его играл не очень хорошо, но все-таки я его сыграл от начала до конца, без нот. Она не поверила, что я играл только 3 дня, но, с другой стороны, это приятно для самооценки, хотя чем дальше, тем больше я думаю, что, может быть, большой роли это все-таки не играет. Второй Брамса я играл намного позже, уже мне было 30 лет, и его я не учил на спор или на скорость. Я так получилось, что у меня было 17 свободных дней, на 18 я его должен был играть с оркестром в городе Красноярске. И я его сыграл, и это все-таки более комфортная ситуация, чем 3 дня. Вот это юношеское увлечение шахматами, оно все-таки не было на службе у музыки? То есть тренировка памяти при игре в шахматы? Мне кажется, что все-таки нет. Есть определенные способности, но в детстве я очень легко запоминал номера телефонов, шахматные партии, поэтому, наверное, у меня были какие-то к ним способности, мне они нравились, я играл и сейчас и поигрываю. Но музыкальная память, как любая память, друг с другом можно найти какие-то связи, но все-таки в основном это другой тип памяти. Это, мне кажется, память, может быть, я утрирую какое-то содержание, но тем не менее каждая интонация, каждая мелодия вызывает какое-то неповторимое движение души. Если она не вызывает никакого движения души, то вы будете учить это очень долго. А если вдруг, понимаете, эта фраза является для вас откровением, то вы ее уже не забудете, вы ее запомнили, она у вас осталась, и тогда вы легко учите. Чем больше вы любите эту музыку, тем быстрее она попадает к вам в душу, в сердце, и тогда вы ее запоминаете. Невероятно, конечно, объемное искусство и захватывает космос. Все-таки о шахматах я так не могу сказать. Для меня главная разница то, что шахматы созданы людьми, а музыка создана еще до того, как люди были на Земле. Для меня это очевидно. Музыка все-таки это что-то, что существует даже помимо людей. То есть это, если очень грубо говорить, то это божественное создание шахмата, все-таки создание человеческого ума. Вот ваш огромный репертуар, как он складывается? Репертуар и любимые композиторы, в каком они соотношении? В первую очередь это так. То есть я играю самые любимые сочинения. Музыку, которую я люблю, я хочу сыграть. И поэтому я очень много играю Рахманинова, Шопена, Моцарта, Бетховена, Чайковского. Это совершенно естественно. Так я думаю, что все-таки он складывается у большинства исполнителей.
я сольных программ сыграю, может быть, несколько десятков, играл в жизни, но все-таки не сотни. А концерты действительно около 50 с оркестром я играл. Ну, опять-таки, это больше радует в молодости. Сейчас мне кажется, что это не так существенно, 50 или 25. Ну, скажем, количество выигранных шахматных турниров – это более существенное достижение. И именно вот это для меня и одно из многочисленных отличий, что в шахматах есть выигрыш, есть победа, есть достижение. В музыке – это как бы процесс жизни в ней. Много талантливых детей у нас в стране, а настоящих музыкантов – единицы. Что это, кроме, ну, естественно, таланта? Вы знаете, это невероятно сложный вопрос. Мне кажется, что как складывается судьба, не такое количество векторов, что их даже подсчитать невозможно. Я думаю, что все-таки талант я бы поставил на первое место в судьбе музыканта. А есть вещи, которые можно изменить, почти все. Можно даже пытаться изменить характер. Можно менять, не знаю, педагогов, место жительства, можно менять образ жизни, можно... Но талант – это подарок, понимаете? Вам Господь подарил такой талант, а не другой. И вот вы с этим живете, поэтому это все-таки основное. Я думаю, что на второе место я поставил бы страсть к музыке. И как следствие этой страсти, уже страсть к работе и к тому, что вы можете изменить в самом себе. Мне было интересно, чтобы каждый раз было что-то новое, то, чего не знали слушатели. И в плане репертуара, и в плане даже поведения. Но прежде всего в плане постижения музыки. И это то, что касается как бы нашего участия. Но участие судьбы, оно огромное. И люди, которые многого добились, они, может быть, хотят забыть о том, что всем, даже самым великим, где-то повезло. Везение, оно играет колоссальную роль. Везение и случай. Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель. Последнюю строчку многие не помнят. Случай – Бог-изобретатель. От случая зависит невероятно много всего. И вот смешной случай, даже не знаю, счастливый или несчастный, произошел со мной в Лас-Пальмасе. Я в феврале, когда океан там самый холодный, но все-таки можно купаться, полез в воду. И там обычно океан спокойный. И как случилось, что в это время был очень сильный отлив, и начался шторм. И я успел заплыть довольно далеко. Температура воды была плюс 17. И вот когда я решил повернуть назад, уже волны были большого размера, я понял, что я не могу это сделать. Я был виден людям на берегу. Вышла моторная лодка, которая не смогла пройти этот гребень волн. Я держался, и наконец прилетел вертолет. Это было мое первое, как ни странно, последнее катание на вертолете. Thank you.
бывают несчастные случаи, а бывают счастливые случаи. И они присутствуют в жизни каждого человека. Бывает, конечно, что человек этот счастливый случай не ловит за хвост, но чаще люди, которые любят свою работу, они все-таки этот случай не упускают. И такие случаи играют огромную роль. Во время поездки я был в Америке, мне позвонили, сказали, не хочу ли я записать маленькое сочинение Бриттона «Юный Аполлон» для фортепиано, струнного квартета и струнного оркестра. Через месяц. Музыки я не знал, через месяц я был свободен, а дирижировать должен был японский дирижер японского происхождения, он американец, Кент Нагано, с которым я уже пару раз играл, с огромным удовольствием. Запись должна была делать жена Кента Нагано, на которую она давно дала согласие, но она родила дочку замечательную, Карину, за где-то полмесяца до этого факса, который я получил, и пришла к выводу, что просто ей не по силам, она находится в Сан-Франциско, сделать эту запись. Понимаете, ну это смешно звучит, но от этого случая моя жизнь изменилась коренным образом. Концерт Рахманинова, четвертый и второй. Как раз на этой фирме пришел новый молодой директор. На них я произвел очень хорошее впечатление, заключили со мной контракт. И после этого, наверное, главная доля моей известности в Европе именно из-за этих записей. Если случай Бог, то ведь должна быть какая-то еще и закономерность. А роль педагога? Роль педагога какая? Очень большая. Но мне кажется, что все-таки педагог в музыке – это немножко другой, нежели педагог в математике, в спорте. Мне посчастливилось поступить сразу в первый класс Центральной музыкальной школы. Моя первая учительница, замечательный педагог Татьяна Евгеньевна Кестнер, ученица Гальденвейзера, она была изумительной педагог. У нее учились Николай Петров, Андрей Гаврилов, Татьяна Шибанова. Но к тому времени, когда учился я, она практически ничего не видела. Она давала мне правильный репертуар, она не давала мне в детском возрасте играть концерты Рахманинова и Чайковского. Она говорил, что нужно играть Баха, нужно играть этюды, нужно играть Моцарта, Бетховена. Я с удовольствием играл и это, и все остальное. Слава Богу, что я все-таки, по крайней мере, слушался ее и играл тот репертуар, который она мне давала. Какой был самый главный дебют в вашей жизни? Ну, музыканта, наверное, одного дебюта, конечно, не бывает. Да. То, что я могу вспомнить, конечно, первое выступление в малом зале, это второй класс. Меня отобрали играть на отчетном концерте ЦМШ. Я открывал концерт, как самый маленький.
И, по-моему, малый зал перед этим был годик закрыт. Было огромное количество публики. Я играл реминорную фантазию Моцарта. И, как говорят, запомнился уже многим после этого. И через полгода был дебют в большом зале консерватории. И вот этот вот, конечно, почти ужас перед тем, чтобы играть в таком зале, к сожалению, был даже тогда. Я всегда говорю, что в молодом возрасте легче играть, но даже во втором классе, и то мне хотелось, чтобы развернулась машина, и мы туда не приехали на концерт. А после смерти Татьяны Евгеньевны Кестнер я стал учиться у Татьяны Петровны Николаевой, учился у нее 9 лет. Она тоже была ученицей Гальденвейзера, и здесь уже смешно было поговорить о спортивной педагогике. Татьяна Петровна принципиально не занималась технологией, натаскиванием тем, чем часто, иногда, кстати, с большим успехом занимается педагоги с детьми. Мне была предоставлена свобода. Татьяна Петровна просто и не хотела этим заниматься, да и не могла, потому что она гастролировала уже необычайно много, с каждым годом больше и больше, вплоть до ее смерти. И каждый урок это был праздник, но уроков было не так много, не 2 раза в неделю, а 2-3 раза в месяц. Очень большое, грандиозное произведение. 17 этюдов картин Рахманинова. Редко кто из взрослых, играющих, концертирующих музыкантов это играет целиком. И это было такой его удачей, что тут я решила, что он должен получить там нехватающих ему произведений. Вы знаете, я не ошиблась опять. Это очень обогатило его репертуар. Он играет теперь очень значительные произведения Рахманинова. Все говорят, почему Рахманинов вдруг после Баха Рахманинов такой? А вот именно надо пробовать силы. Потом, мне кажется, очень важно любить ту музыку, которую играешь. А этих двух авторов Коля, несомненно, любит. Ездить за границу с 15 лет. Я помню первый мой выезд, это была Франция, фестиваль в Каннах, Мидем. Первый раз я был за границей нашей Родины. Сколько тебе было? 14 или 15 лет? Нас первый раз пригласили за рубеж, это была Франция, это Марше Интернационале и Дисион Музыкале в Каннах. Это было зимой, а Канны, вы знаете, на юге, пальмы. Вот, очень разительное было. И вот в честь этой поездки Коля был приглашен туда сольным концертом, и мы вдвоем исполняли концерт Моцарта. Вот это первый твой выезд, первый твой шаг за пределы нашей Родины. Я хочу тебе оставить эту игрушку музыкальную, эту табакерку. Мне хотелось вернуться домой. При том, что это был Париж и Канны, потрясающие города. Но что я буквально из первой поездки вынес, это то, что я могу купить практически любую запись. Это было потрясение для меня. И как раз тогда только появился в моем доме компакт-диск-плеер. И все, наверное, мои деньги, которые я зарабатывал тогда на концертах, я тратил на покупку компакт-дисков. Я слушал музыку, мне этого было достаточно, меня практически не интересовало ничего, ничто другое в жизни. Из концертов самые незабываемые, ну, конечно же, это нельзя не назвать пианистов.
Концерты Татьяны Петровны посещал я, конечно, почти все. Я вообще не помню, что Татьяна Петровна Николаевна была когда-либо усталой. Но усталой от музыки, я помню, даже она один раз оторопела от вопроса, который я ей задал, корреспондент. Не устаете ли вы, когда вы столько играете, у вас столько учеников, вы сидите в жюри, вы путешествуете? Она сказала, я вообще не могу понять, как можно устать от музыки. А из более раннего периода жизни, конечно же, концерты Рихтера и Гиллеса. Живые концерты Рихтера, вот два из них, я, конечно, мне кажется, я помню вот буквально каждую ноту. И вот любовь к Гиллесу у меня, наверное, пришла с годами, с записями. То, что я слушаю каждый год, я открываю какие-то потрясающие совершенно вещи. И вот это вот обаяние его музыкальной материи, его пианистического звучания, оно не теряется с записями. Я еще хотел вспомнить из моих очень ярких художественных впечатлений. Это был приезд в Горовицу в 86 году. Я попал на генеральную репетицию. Что значит попал? Было выделено, по-моему, 5 билетов на ЦМШ. Естественно, до учеников, я думаю, что эти билеты, конечно, не дошли. Было несколько педагогов там. В итоге мы пробегали. Просто пробегали. Это был нормальный способ вхождения на концерты. Я так ходил и на Чикагский оркестр Шолти, и на оркестр де Парис Баренбоймом, и на Берлинскую филармонию. В этом даже была какая-то романтика. Конечно же, это незабываемые впечатления. Такие отношения к музыке, как к некоему домашнему музицированию, приносящему огромное удовольствие. Прежде всего себе и, естественно, всем окружающим. То есть человек знает, что он выходит на сцену, его безумно любят. И люди стараются порадоваться этому. То, что я услышал, сформировало сильнее, чем, по крайней мере, чем занятия, которыми я тогда сильно не увлекался в 15-16 лет. Но это к тому, вот что вот как один вырастает, другой не вырастает. У каждого абсолютно свой путь. Я всегда говорю, что которые когда бы то ни было играли вообще на конкурсах, я играл, наверное, меньше всех, не участвовали. Это их счастье. Так сложилась их судьба, им это не нужно было. Но из тех, кто играл, наверное, я играл меньше всех. 3 конкурса, был один всесоюзный рахманиновский, 2 международных, баховский, когда мне было 16 лет, я получил 2-ю премию. И вот 94-й год, конкурс Чайковского. Я уже был не таким маленьким, нервничал я значительно больше. И кроме того, перед этим была одна из самых серьезных травм, которую я получил за год до этого. В 93-м году я
даже трудно мне самому сейчас поверить, я наспорт прыгнул со второго этажа, и если бы я был в очках и в кроссовках, наверное, сошло бы удачно. Произошло крайне неудачно, я полгода не играл после этого концерта. Был компрессионный перелом позвоночника и сильно повредил ногу. И тут вот еще произошло скорбное событие. Умерла Татьяна Петровна Николаева во время гастролей в Штатах, практически во время своего концерта, когда она играла прелюдии фуги Шостаковича в Сан-Франциско. И я поступил в класс к Сергею Леонидовичу Доренскому, почти еще в нулевой форме пианистической. И как-то мы встретились, я не помню, вот мы знали друг друга, конечно. И у нас зашел разговор, я не помню, кто, каким образом, то ли я его спросил, куда ты собираешься, кому идти. Но он подсказал, что вот я хотел бы, чтобы меня послушали. Я говорю, что тебя слушать-то? Я слышу тысячу раз. И так он появился у меня. И первый же разговор у меня шел, это был, заметьте, 93-й год. Вот здесь, в той комнате, я ему сказал: Коля, будешь играть на конкурсе Чайковского. Никогда не буду, ему сказать. Я говорю, нет, будешь. Я не хочу, категорически. Я спросил, а почему? И он назвал несколько причин. Первое – это то, что это мобилизует меня быстрее войти в форму. Это будет стимул и работать, и заниматься. И это было абсолютно правильно. И второе, как ни странно, сказал, что я сидел в жюри почти всегда на этом конкурсе. И на этом конкурсе меня в жюри не будет. Как раз во всех отношениях выглядит лучше. И я стал играть на этом конкурсе, ну, и слава богу. Ощущение на конкурсе мне крайне не понравились. Я не люблю критиковать идею конкурса, потому что все-таки из всех способов узнать нового пианиста это наиболее открытый. Понимаете, люди играют, их могут послушать все. И все могут для себя составить мнение. Это более честно. И я не говорю, что вердикт жюри честный, но этого пианиста так могут услышать и дирижер, пришедший в зал, или аккомпанирующий в финале, и агенты, и менеджеры, которые сидят в зале, по крайней мере, в финале, а может быть, и в полуфинале, и публика широкая. Это открыто. И вердикт жюри – это один из вердиктов. Хотя, конечно же, к сожалению, так получается, что он значительно важнее, чем другие мнения. Вот. А какие другие способы узнать нового пианиста? Действительно, может быть, самое важное, что есть в жизни, когда есть что-то, к чему можно всегда обратиться, отношение к чему не меняется. Что, конечно же, это родители. Для меня они были бессознательно, а сейчас сознательно. И я счастлив, что так и осталось нравственными авторитетами и мама, и папа. Просто их человеческий уровень, он всегда для меня остается эталоном. Мне посчастливилось встретить несколько людей, которые не были профессиональными музыкантами. Естественно, там люди, любящие музыку. Я назвал родителей. И следующим из таких людей я, наверное, назову Александра Ивановича Ермакова. Это директор музея-усадьбы в Ивановке, приехал из Казахстана и решил стать сельским учителем, был молодым комсомольцем. Его определили, только что открылась школа в селе Ивановка. Он не знал, что в этом селе написана подавляющая часть шедевров Рахманина. Он об этом не знал, он стал там учителем. Вот такой случай меняет, вы знаете, географию Тамбовской области. Эта часть Тамбовской области просто изменилась. Там проложены дороги, там проложен газ, там в Ивановку съезжаются, ну, со всех уголков и из ближайших областей. И это в
все изменилось из-за того, что этот человек попал совершенно случайно по разнарядке учителям. И то есть все абсолютно он воссоздал за 30 с небольшим лет работы, он посвятил всего себя этому. Человек действия, это боец, и это человек, который живет в деревенском доме, который является нравственным авторитетом все-таки не только для меня, а по крайней мере для всей Тамбовской губернии. Всегда тянуло как раз к людям очень ярким в своих проявлениях. Среди моих друзей, музыкантов, мне всегда очень хотелось находиться рядом с людьми, которые именно своей внешностью, внешними проявлениями собирают вокруг себя многих людей. Я всегда был в качестве слушателя, я всегда был в качестве публики. Я сам никогда не был в центре внимания, то есть... Я вообще очень благодарный слушатель, и музыкальный, и не только, так мне кажется. Вот, например, пианист Вадим Руденко, с которым мы по-прежнему играем вместе на двух роялях, он все-таки, я думаю, что противоположность мне, и даже по... типу игры на рояле и по поведению, и по всему, это невероятно яркий человек фантастического обаяния, темперамента, артистизма. Мне до сих пор с ним приятно общаться. Начались Саша Князев, например, с которым я тоже познакомились. Мы близко на почве шахмат. Мы сначала довольно много сыграли вместе партий, турниров. Обычно я выигрывал, но бывало и Саша выигрывал. А уже через пару лет, наверное, после этого возникла такая странная мысль поиграть вместе. Я могу так с гордостью сказать, постоянный партнер по камерному музицированию Вадик Репин, с которым мы сыграли, наверное, уже сейчас больше всего программ. Сколько у вас концертов вот здесь у нас в России и в общем по всему миру? Вот в год или... Я думаю, что в год я играю в среднем концертов 80-90. Из них в России, наверное, я играю концертов 15. Ориентировочно. Причем довольно много в Москве. В Москве я играю, наверное, раз 4-5 в сезон. Приглашает на концерт, и, конечно же, организатор ставит какие-то условия. Если это концерт с оркестром, в большинстве случаев это предложение исходит от оркестра. Ну и кроме того, дело в том, что самая популярная музыка и очень известная, она не становится от этого хуже. Я настолько люблю, скажем, и концерт Чайковского, и Третий Рахманинов, и я знаю, лунную Бетховену, мне, я, если есть такое предложение их сыграть, ну, я точно не откажусь, потому что такая музыка может звучать каждый день. Каждые 5-6 дней концерты. И нет ли ощущения, что это цейтнот? Да, это ощущение есть. От него все время хочется избавиться, и все время строятся какие-то планы, что вот надо все-таки так поменять жизнь или хотя бы концертный график, чтобы этого ощущения не было. Но жизнь она довольно страшная. Это беспрерывные перелеты. Занятия в основном происходят у него
за границей. Я считаю, что сотни концертов в год – это слишком много. В реальности происходит чуть-чуть иначе. Существуют периоды с невероятной плотностью концертов, грубо говоря, с октября по май. Но даже к некоторому сожалению, я должен сказать, что сейчас происходит так, что есть летние месяцы. Бывает июнь, первая половина, и очень часто сейчас бывает июль, тоже безумно загруженные. В июле, например, масса происходит летних фестивалей, но не в России, а в Европе, во Франции, в Швейцарии. И фестивали очень интересные, там играют замечательные музыканты, съезжаются люди. Это обычно происходит не в столицах, а в каких-то небольших местах. Есть такой замечательный фестиваль во Франции, Рок Дантерон. Это крошечная деревня, где впервые прошел в 81 году пианистический фестиваль. И сейчас это, наверное, самый большой фестиваль фортепианной музыки в мире. По крайней мере, в одном месте. Это сейчас уже, может быть, не деревушка, а маленький городок. И изменился он, как и Ивановка, Тамбовской губернии, благодаря, пожалуй, одному человеку, такой есть француз Рене Мартен, который с молодых лет был французским импресарио Святослава Рихтера. И этот человек тоже фантазер, энтузиаст, и его все мечты сбываются. Когда же заниматься такой интенсивной концертной жизни? Пожалуй, самый честный ответ я слышал от, где-то читал у Григория Соколова, но это, конечно, потрясающий человек и фанатик своего искусства. Он сказал, что он вообще не понимает, что значит вопрос, сколько вы занимаетесь. Он сказал, что настоящий музыкант занимается постоянно. Где-то я прочел, это правильно, что жалуются на нехватку времени те люди, которые, ну, просто не хотят, чтобы это было время. Если человек безумно чего-то хочет, он найдет для этого время. Это скорее упрек всем нам, и в том числе мне. Я знаю, что если мне нужно делать гимнастику, я мог бы ее делать. Но если мы ее не делаем, это наша проблема, а не из-за того, что у нас нет времени. Не пришло время отдать бы свои знания, свое мастерство молодым? Я работаю в консерватории, я ассистент Сергея Леонидовича Доренского. Ко мне приходят студенты, и они мне играют. Я думаю, что им это может быть иногда полезно, это мне. Бывает и полезно, и приятно, много талантливых людей. Я могу дать какие-то советы, может быть, даже чисто практические. Я все-таки концертирующий пианист. Я считаю, что где-то совершается ошибка, потому что он должен стать профессором. Он, такие люди всегда становились. Консерватория на них стояла, у нас только Рихтер не преподавал. Мне интересно, как играет молодежь, но кардинально что-то менять я и не чувствую себя вправе, и да и нет такого времени, чтобы этим заниматься. Как часто вас слышит и видит ваша семья, ваша супруга? Я думаю, что, по крайней мере, точно и супруга, и вся моя семья скажет, что значительно реже, чем хотелось бы, чем надо, и я, наверное, готов согласиться. Это довольно больной вопрос, потому что хотелось бы, чтобы это было чаще, а с другой стороны, есть реальная жизнь. Ее нельзя построить так, как исключительно хочется.
она существует еще вне нашей воли тоже. Ну, я бы не сравнил все-таки с дальним плаванием и с геологом. Я возвращаюсь, то есть ситуация немножко даже более смешная. Я могу вернуться на 2 дня, перепаковка чемоданов, снова отъезд на неделю, снова возвращение на 2 дня, снова отъезд на 10 дней. Конечно, это трудно для всех и для меня. И, как ни странно, я бы сказал, что сейчас я немножко к этому привык. Кататься на коньках, на роликах, на велосипеде. И видят ли это ваши дети, Анечка и Ванечка? Вы знаете, мои дети уже много что из этого делают лучше меня. Мои дети дельфином плавают, а бутерфляем лучше, чем я. На велосипеде все катаются. И на лыжах. Я на горных лыжах до сих пор не катался. Знаете, количество поломанных костей, ну, я ломал ногу, руку, позвоночник, шею и тому подобное, уже как-то, наверное, поздновато мне вставать. Хотя, кто его знает, многие мои приятели вставали на горные лыжи и в этом возрасте. К вашей семье очень подходит пушкинское «Я алгебру гармонии поверил». Как вы относитесь к алгебре? Я очень с большим интересом отношусь к алгебре. Наверное, можно даже сказать, что по профессии оба моих родителей ученые, но ясно для меня, что для отца научная сторона жизни занимала большее место, а для мамы все-таки, наверное, художественное больше, да, даже в ее деятельности. Алгебра – интересная наука, хотя физика, то, чем занимается мой отец, это, вот это, конечно, невероятная область духа человеческого. Я говорю, потому что для меня это абсолютно недоступно. Здесь, как ни странно, одной алгебры, вот, понимание Сальери совершенно недостаточно. Здесь необходимо, помимо жесткого логического мышления, обладать просто художественным видением мира, пространственным и большой фантазией. Что, по-вашему, 35 лет? Это конец дебюта или это начало Митершпиля? Я думаю, что уж если серьезно отвечать на вопрос, то, наверное, дебют закончился с последним конкурсом. Конечно же, это давно уже Митершпиль, то есть середина. И, знаете, очень любопытно, я недавно перечитывал моего любимого Пушкина, вот у него дата была все-таки не 35, а 30. Я буду надеяться, что, конечно, я развиваюсь не так быстро и не в состоянии охватить такой космос, который охватывал Пушкин уже в 16 лет. То есть, ну, наверное, 35 все-таки уже после этого я не могу сказать, что я молодой человек. Но все-таки надеюсь, что это не эндшпиль. Все-таки, знаете, как писал Пушкин в одном из стихотворений: «Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И веды мне будут наслаждения среди горестей, забот и треволнений. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». Давайте доиграем это.
Ой, вот это, ну вот здесь мне казалось, что у черных очень серьезная контр-игра для блица особенно. То есть ферзь должен отходить, падает эта центральная пешка, и у черных есть ясная игра. Замечательно. А я же не пошел на этот вариант.